Всем привет! Сегодня готовим рогалики. Вот решила показать вам процесс готовки. Мы делаем вот такие вот рогалики со сгущенкой, вареной сгущенкой. Смотрите. У меня такое вот слоеное тесто. Готовое слоеное тесто. Раскатываем так вот. Вырезаем. Смазываем вареной сгущенкой и закручиваем. Получается вот такие вот рогалики. Вот такое вот у нас слоеное тесто. Берем квадратик и раскатываем. Раскатали в длину и вырезаем. Смазываем вареной сгущенкой и закручиваем в трубочку. Вот такие вот рогалики получаются. Можно делать меньше, можно больше. Вырезаем. Закручиваем.